Сегодня у Гомеля прошел региональный отборочный тур дорослого и дитячего конкурса у Славянского базару. На сцену городского центра культуры вышло свыше 40 юных вокалистов и профессийных артистов из всей Гомельской области. На суд журы выканаўцы представили по две композиции. Одну песню белорусских авторов на родной мове, другую – замежную. Прослухывание проходило у дружелюбной атмосферы. Члены журы нередко особисто размовляли с удельниками отбору. Некоторых просили спеть песню, якая больше за обранную, раскрывая вокальные даденные выканаўцы. Мне очень приятно сегодня сидеть в жюри в родном городе и... Знаете, я хочу отметить, что уровень Гомельской области и нашего города очень высокий. Бывает, мы останавливаем не потому, что слабо конкурсант поет, а потому, что он сильно поет, и нам все понятно. Мы просто стараемся дать шанс для того, чтобы таланты из Гомельской области были представлены на конкурсе «Славянский базар». По выниках регионального отбора шанс на выступление у Витебску отримали 5 юных и 5 дорослых выканавцев. И они примут удел у другим отборочным этапе, який пройдет на початку 2019 года у Минску. А уже у Соковику станут ведомы имены двух представников Беларуси на конкурсах «Славянского базару».